Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман, канал Фрис энд Геймс. Мы продолжаем с вами играть немножко в Киберпанк. Сегодня что у нас? Не знаю, короче, что сегодня, но первое, пока я не забыл, почему я не иду за пистолетом Молотова. Он мне противопоказан в том смысле, что он однозарядный. Так сказать, ашот ваншот. Один раз промазал, второй раз тебе уже выстрелить не дадут. Это не для меня оружие, не из-за того, что я не люблю, а из-за того, что мне... с моей меткостью очень-очень-очень будет проблематично с ним играть. Поехали. Сесть и подождать Билла. Мы вроде как не можем никак это задание пройти. Давай на этот раз его попробуем. Глядим, может, чего получится. 1,3 километра. Не будем мы ехать туда. Мы туда быстренько переместимся. Поехали сюда. Блять. Ну сделайте эти перемещения с подтверждением, ну сколько вас можно просить-то, ну ёптель птеродактиль, ну что ж ты, тыш. Вот не первую же серию уже ругаю за это. Просто хочешь дернуть карту, но случайно тыкаешь на точку, и ты автоматически уже перемещаешься. 450 метров, я хочу куда-нибудь поближе, вот сюда. А Билла мы пробовали уже пройти, по-моему, 3 раза, нас все время убивают, там какая-то засада из полицейских, хрен пойми вообще, что там происходит, но я буду надеяться, что сейчас у нас что-то получится. Мы прокачались по имплантам, мы прокачались по оружию, мы прокачались в принципе вообще везде, где только могли прокачаться, и очень хочется надеяться, что это непосредственно нам поможет, плюс... Че тварь, блядь. У нас есть скипи, на которые нам в любом случае надо набивать... Здрасте, как я это пропустил. Нам надо набивать убийство. Кажется, давай. Я первый. Сяду, подожду. Ладно, подожду. Естественно. У нас как бы вариантов-то особо и нет. О, здравствуйте, а вот и Билл. Я все это буду перематывать, всю его болтовню, потому что слышали ее уже раз 20. Билл Яблонский? Да, да. Знаю. Да, да, естественно, садись за руль, конечно же. Поехали, садимся и все, сидим, ждем. Он сейчас расскажет всякую хрень, которую, кстати, подождем, промотать уже нельзя. Потом поедет машина, мы поедем за ней и там попадем за саду. Хочу увидеть, как этот ублюдок наконец отбросит копыта. Хорошо. А, почему? Чтобы чувствовал страх перед смертью. План какой-то сырой. Мне он не нравится. В смысле? Поясни. Сразу три рта. Во-первых, для такого дела нам публика ни к чему. Во-вторых, оставлю это для твоей фантазии. Ты не понимаешь! Я все деньги на это отдал! Вон они! Газуй! Все, поехали. Вышел патч 1.1, который типа что-то поправляет. Пока что я ничего не вижу. Вот столб у нас пропал, машины пропадают. Нет, вставай, его надо догнать! Не особо, короче, патч 1.1 не сработал-то, к сожалению. Опять машины пропадают. В прошлый раз было то же самое. Сыровато все-таки, недопилена еще немножко игра. По всем фронтам. Берегись! Ну, я думаю, к 2021 будет все неплохо. Как раз мы к тому времени ее и пройдем. Потому что хочется, если честно, пройти все задания. Я не знаю почему. Очень много людей, которые пишут, что Киберпанк не зашел. Очень много играют в Киберпанк. Очень многие говорят... достаточно противоположные мнения, так сказать. Но мне Киберпанк понравился. Да, есть в нем нотки, как бы тебе сказать, тоски, да, угрюмости, скучноты. Но они развеиваются интересными заданиями. Поэтому не знаю. Мне здесь нравится. Мир Киберпанка на самом деле хорош. То, что игра сырая, недопиленная до безобразия, ну это факт. Ничего с этим не поделать. Ну что, мы почти доехали, да, сейчас вниз спустимся, там он будет кричать: «Тормози, тормози!» Нет, хочешь не хочешь, придется тормозить. «Тормози, мать твою! Блять, стоп! Стоп, я сказал!» Стою, стою. Ну все, пошли. Пошли. Вам нравится режим автономной стрельбы? Отпрыгните. Держись ко мне поближе. Зачем ты стреляешь, что? Я снесу его на куски. Следовать за Биллом. Я убью его! Убью нахуй эту суку! Убивай, убивай. Полиция! Остановитесь! Я не при делах. Лейтенант Фаскес, полиция! Остановитесь! Я не при делах. Ты защищаешь убийцу! Брось пушку, стреляю!
стойте! Поговорить с Джошуа. Стойте! Не стреляйте! Они хотят тебя убить! Их можно понять. Застрелишь парня, сделки не будет. Васкис, стреляй! В смысле стреляй? Давайте все друг друга перебьем. Да что ты говоришь? Твою мать, и что с ним теперь делать? Тут скоро будет толпа журналистов. Ты что, блядь, творишь? Охренел? Ха. Полиция! Никому не двигаться! Убирай сюда свой ебучий грузовик! Я хочу взять его с собой. Что? А я могу подойти? Ольга, у нас тут проблема. Кое-кто чуть не убил нашу звезду. Серьезно? Хочешь взять меня с собой? Ты мне нужен. Грегор, ты совсем башней поехал? У меня неудачная попытка покушения. Еще одно слово, и я звоню в студию. Один труп. Не заставляй меня рушить твою карьеру. Не привлекался, но вы проверьте. Никто. Я обещаю, никто тебя и пальцем не посмеет трогать. Только без патрульных машин и без радио. Нанимаю тебя. Надо замять это дело. Это... Ты серьезно, что ли? Это просто какой-то пиздец. Я же просил, брось оружие. Ви? Надо было послушать. И ничего бы не было. Я Джош Стивенсон. Уезжаем. Ребята из участка дальше разберутся. А как звали твоего товарища? Билл Яблонский. Припоминаешь? Да, к сожалению. Что тут происходит? Учи нас так счислять дни наши, чтобы обрести сердце мудрое. Стоп, ты Ви? Я про тебя слышал. И чё? А вот я про тебя нет. Мы не можем его взять, это исключено! Он слишком опасен. Я хочу предложить ему работу. Господи Иисусе! Аллилуйя. Началось хоть что-то интересное. Кстати, да. Сейчас еще бы попкорна, и было бы вообще заебись. Так. Может, скажешь, чего тебе от меня надо? Я соглашусь с Рэйчел. Надо уезжать отсюда. Поехали с нами. Ответы на вопросы ты получишь по дороге. Я против, парень. Хорошо, но тебя никто не спрашивает. Слушай, не знаю, что он там хочет тебе предложить, но если ты с ним не поедешь, я с тобой вообще разговаривать перестану. Да, слушай, мне тоже интересно. Ладно, допустим. Едем. А чё у вас тут так темно? Живее, мы опаздываем. Можно свет включить, пожалуйста? Скажи, если он глаза закроет, его вообще ж не видно будет. Что полностью изменило тебя и твой взгляд на мир? Ну да. Можно и так сказать. Да. Ебать, тогда ты страшный. Ты должен понять, чего я пытаюсь добиться. 20 лет назад меня посадили за вооруженное нападение. Так. Были и другие грехи. Я застрелил нескольких человек. Тогда это для меня ничего не значило. Но в тюрьме времени навалом. Начинаешь о многом задумываться. И я решил исправить все ошибки, которые совершил. Угу. За что ты убил их? У меня был ствол. Они косо на меня смотрели. Я мог сделать так, чтобы они перестали. Да ты ёбнутый. Я до сих пор вижу их лица перед тем, как... Время застыло. Боже, дай мне сил их не забыть. Не забудешь. Исправить можно опечатки. А убийство — это убийство. Можно покаяться перед семьями. Можно помочь другим свернуть с пути тьмы. Скажи, наконец, чего ты от меня хочешь? Останься до конца дня, и я заплачу, сколько тебе обещали за мое убийство. Прости, разве у тебя есть бабло? Кстати, да. У меня нет. У студии есть. Она и заплатит. Я все еще не понимаю, что мне надо делать. Просто быть рядом и разговаривать со мной. Это все. Странный ты тип. Почему? Тебе одиноко? Да, одиноко. Ты правда мне нужен. Бляха, ну только хорошо. До конца этого дня? До конца этого дня. Если что-то пойдет не так, я уйду. Тебя не будут удерживать. Скоро будем у Глории Ляхмар. Чего? Подожди, мне надо приготовиться. К чему? Бляха, я все равно не понимаю, что здесь происходит.
Сел в машину просто ради интереса. А, пропустить поездку. Поехали. Васкис, последи там за ними. Я лучше посижу в машине. Постарайся быстро. У нас плотный график. Следить за Джошуа. Это как? Так сказали же Васкизу следить. Я-то тут при чем? А, он с нами идет. Следовать за Джошуа. Пойдем. Он домой приехал или куда? Да что ты толкаешься-то, блядь? Никого не дома, идите нахуй. Зулейха? Ты опоздал? Я нашел по дороге попутчика. Это кто-то со студии? Ага. Помнишь, что ты мне писала в последнем письме? Так вот, он как раз из таких людей. Ви, это Зулейха. И что? Ви, очень приятно. А, вы друг Джошуа? Ну, скорее, новый знакомый. Мама еще не вернулась. Можем поговорить, пока ждем. Заходите. Вперед! Я подожду снаружи. А мы через заднюю дверь съебемся, понял? Дебил. Че это за херня? Ничего не понятно, но я, наверное, это на превьюшку возьму, а может и не возьму. Опа. Садитесь, пожалуйста. Так, это толчок. Это я заберу. Не стесняйтесь. Пить хотите? Да я вообще не стесняюсь, я у себя как дома. А ты где мне пить-то предлагаешь? А. Так, воды, пожалуйста. А, можно воды? А, конечно. Так, благодарю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. За руки будем держаться? Зулейха, сестра человека, которого я убил. Она часто писала мне, пока я сидел в тюрьме. Так мы и стали друзьями, благодаря прощению. Нихуя себе. То есть вы взяли и простили все грехи убийцы своего брата? Не судите, да не судимы будете. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Милосердие Бога не знает границ. Не должна знать их и наша любовь к ближним. По-моему, это какой-то бред. Согласен. Вот вы считаете своего Бога милосердным. А куда он смотрел, когда убивали вашего брата? Я долго оплакивала Рубена. Мне его очень не хватало. Но потом я поняла, что это все часть Божьего промысла. Я искренне жалею, что убил Рубена, но если бы не он, я бы никогда не нашел пути к Богу. Ты охуел, что ли? Я же говорю, бред. Получается, ты не веришь в Создателя? Причем тут Создатель? Ты себе, блядь, отмашки и отмазки просто ищешь. Нет, не верю. Мы с Зулейхой недавно поспорили, и я подумал, что ты можешь нас рассудить. Нет, нет! Вообще-то я на это не соглашалась! Так, давай, давай. Я слушаю. Джошуа, он считает, что он мессия и хочет покончить с собой. Это вроде ему ноги. Неправда. Я никогда не говорил, что я мессия. Самоубийство! Разве Бог может требовать этого? Нет, это грех вообще. Не самоубийство. Джош, объясни, о чем вообще речь. Когда журналисты узнали, что в тюрьме я обрел Бога, моя фотография появилась на всех первых страницах. Ага. Вирт-студия подхватила эту тему. Их представители предложили мне контракт. Кровопийцы. Меня ждал электрический стул. Но теперь
Моя смерть станет чем-то большим, чем законное убийство. Они хотят снять, как Джошуа распинают на кресте. Та же самая казнь, только с налетом таинства. О, хайпанут. Вот это настоящее безумие. Нет, это намного хуже безумия. Это богохульство. Зулейха наставила меня на путь истины. Настало время вернуть долг. Давай. Я хочу доказать, что любовь существует. Таким образом, чтобы это поняли все заблудшие души на нашей грешной земле. Любовь? Если есть безусловная любовь, значит, есть и Бог. И миру пришла пора, наконец, вспомнить о нем. Подумай о миллионах людей, подключенных к телевизионным кормушкам. О детях, которые живут среди банд. Разве они знают любовь? Шлюхи на Чпок-стрит, обколовшиеся корпораты в офисах, бандиты на улицах. Они знают любовь? Я хочу достучаться до всех и каждого. Идеальный вот просто и у тебя вариант. И даже до наемных убийц, таких как ты, Ви. Знаешь ли ты, что такое любовь? А я тут при чем? Ответь! Не, ну я-то знаю. Мама вернулась. Ты-то тут при чем? А мама, судя по всему, нормально, да? Она не простила. Стивенсон, снова ты. А это кто? Меня зовут Ви. Уходите. Вас сюда не звали. С радостью. Миссис Эль-Ахмар, я приехал просить у вас прощения. Ты убил моего сына. Я никогда тебе этого не прощу. Во, вот это нормальная реакция. Я искренне жалею, что причинил вам боль. Вон из моего дома! Быстро! Да уйди же ты! Убирайтесь сейчас же! Да, у меня нет кнопки. А, нет, есть. Нам лучше уйти, серьезно. Миссис Эль-Ахмар, пожалуйста! Убийца! Ничего, просто уходите. Пойдем, еблоид. Ты забрал у меня Рубена. Пойдем, придурочный. Мое дитя. Моего сына. Давай вернемся в машину. Давно пора. Пиздец, он, конечно, такую хиробуру вчесал. Я ебу. Ну, нет, я, конечно, понимаю вот это прощение. Надо уметь прощать. Но не такие вещи, понимаешь? Не таких людей он убил не случайно. Это не было, допустим, самообороной, да? Это не случайность, это специально преднамеренное убийство. Они косо на него смотрели, у него был ствол, и он сделал так, чтобы они на него не смотрели. Косо смотрели. Почему? Во-первых, это может двояко казаться. Возможно, не косо, просто ему казалось, что косо смотрят. Уже полицейского жопа через сиденье торчит. Это раз. Второе, даже если косо смотрели, то это его заслуга, это его косяки, не просто так они на него косо смотрели. Короче, он преднамеренно убивал. Как за такое должны родственники прощать? Серьезно, ну это бред ебаный. Ты уж меня, конечно, прости, но знаешь, отобрал сосиску в тесте у кого-то, это одно, за это можно простить. Я просто хотел поговорить, но с кого-то, это объяснить не, ей все. У меня в голове это никак не укладывается. Мне абсолютно. Мне казалось, она найдет в себе силы меня простить. Угу. Надо где-нибудь перекусить. Где будем есть? В Пайс. Чего? У них там хороший кофе. А пончики как? В Пайс убийственный чизкейк. У меня непереносимость лактозы. Твои проблемы. Тебе будет веганское мороженое с авокадо. Ты хорошо знаешь город. Найт-Сити нельзя хорошо знать. Постоянно появляется что-то новое. Зато мы его и любим. Пожалуй, это верно. Ебать, это чё? Матрица? Через нас вот эти вот люди-призраки сейчас прошли? Охереть, ну поехали в Пайс пожрём. Возьми Стивенсона и найдите нам столик. Хочу поболтать с нашим попутчиком. В смысле, со мной, что ли? Погоди секунду, нам надо поговорить. Чё тебе? Ну, что думаешь про нашу восходящую звезду брейнданса? Он ёбнутый. Он явно с головой не дружит. Ему нужен психиатр. Вот и я тоже так думаю. Но уже слишком поздно. Если он псих, зачем ты тогда с ним носишься? Есть в Стивенсоне то, что в наше время редко встречается, а потому высоко ценится.
Штука такая есть. Искренность. Он настоящий, понимаешь? У него вместо мозга уже собачье дерьмо. Зато он искренне верит в то, что говорит. То есть идеальный актер брейн-данса. Угу, он просто не способен завалить спектакль. Для моей студии Джошуа Стивенсон это настоящая золотая жила. А как, прости, это касается меня? Ты пудришь ему мозги, задаешь неудобные вопросы, понимаешь? Из-за тебя он начинает сомневаться, а я рискую потерять инвестиции. Поэтому я заплачу тебе вдвое больше, чем он обещал, а ты просто уйдешь. Не соглашайся, Ви. Думаю, что нет. Мне кажется, ты просто не понял, что я тебе предлагаю. Все, я уже прекрасно понял. Давай, пошли. Не в деньгах дело, ясно? Джонни мне сказал не соглашаться. Че? Неплохо для средненького наемника. Интересно, как все это кончится. Болью и большими деньгами. Как еще? Пойди угадай, кто святой, кто сумасшедший. Может, и разницы-то никакой нет. Но мне тоже интересно. Один раз он уже удивил. Да, реальный интерес есть. Тут, конечно, уже не поспоришь. Хотя можно было бы денег взять и свалить, но ладно. Интерес все-таки штука такая, пожестче денег будет. Вспомним, мы ради интереса 20 косарей уже просрали. Сейчас еще просрем. Найди столик, нихуя себе, здесь общая скамья, как в тюремной столовке. Ну, в фильмах показывают, я-то сам не был. Опа, я навидался таких, как ты. Про Иисуса мне можешь не рассказывать. Кто это говорит? Если вдруг захочешь свалить, я тебя просто пристрелю, как собаку. Кто это? Кто-то за спиной, что ли? Тебе платят не за то, чтобы ты болтал, Васкис. Какой Васкис упертый мужик. Даже для копа. Он раб привычек. Как и многие другие. Предлагаю поговорить о чем-нибудь, кроме религии. Да. Джош, твой вечер. Выбирай тему. Я не знаю, я много лет ни с кем не говорил. Ну и что? Сейчас придумаем. Что ты обычно делаешь? Молится. Не знаю, читаю Библию, смотрю фильмы угадал. И брейн-дансы. Слышал про ремейк «Набега на пустоши»? Да, оригинал даже рядом не стоял. Мое мнение. Я не то хотел нажать. Болтать. Не отвлекай Стивенсона. Ему надо сосредоточиться. Расслабься, Рэйчел. Кстати, я же ничего о тебе не знаю. Как ты проводишь свободное время? Что помогает тебе отдохнуть? Не твое собачье дело. Мне правда интересно узнать. Я медитирую. Да. Круто, что тебе это помогает. Душевный покой – это важно. Да бухает она, хер она там медитирует. Я согласен, но настоящий покой душа может обрести только во Христе. Ой, блядь, знаешь, завязывай. В чем твоя проблема? Ты как будто отказываешься признать, что духовность – это всегда что-то личное. А ты? Ты нахуя сюда пришел? Пожрать на халяву? Ты меня сама пригласила. Я тебе скажу, нахуя. Все! Мне поебать на твои объяснения. Иди помедитируй, ты что завелась, блядь? Ваши болтовни. О милосердии, спасении, перерождении. Я тебе так скажу. Религия – это манипуляция сознанием, как и кинематограф. Рэйчел. Все, хватит. Разговор окончен. Доедай быстрее, мы отвезем тебя в студию. А ты можешь катиться на все четыре стороны. Деньги тебе переведут. Ебать, она злобная. Пока, Ли. Очень приятно было познакомиться. А в смысле? Как это, все, что ли? Серьезно? Да ладно. Класс, да ты прекрасный собеседник. А что не так-то? Что думаешь обо всем этом? Да что тут думать? Парень ёбнутый на всю башку. А корпораты на нем паразитируют. Так. Что-то твой цинизм что начинает меня бесить. Я не то нажал, бесить. Да? Не то сказал? Мы, конечно, можем сейчас пофилософствовать, но что это изменит? Корпорации не перестанут наживаться на таких блаженных. А люди мечтать о несбыточном. Погоди-ка, а куда делся твой мятежный дух, Джонни? Да. Да при чем тут я? Настоящий мятежный дух в этом парне. Определись уже. Он, по-твоему, псих или мессия?
По какой-то причине игра вылетела. Сейчас попробуем немножко по-другому ответить. Реально, притом два раза подряд. Если вдруг захочешь. Здравствуйте, патч 1.1. Отлично работаешь. Так, а сесть я уже не могу, да? Буду стоять. Ну ладно. Давай попробуем сейчас ответить по-другому. Возможно, получится до конца как раз-таки дойти этого квеста. Либо это и так есть конец, вне зависимости от моих ответов. Как и многие другие. В прошлый раз мы отвечали, давай сменим тему. Теперь расскажи мне про этот брейнданс. Расскажите мне еще про этот брейнданс. В чем там задумка? Мы решили назвать его максимально просто. Страсть. Это будет вирт нового поколения. Угу. В смысле? Стивенсона отпустили ненадолго, поэтому непосредственно с ним мы будем снимать только финал. Все остальные сцены доделаем дублерами и заполним материалами из банка эмоций. От Стивенсона не отличишь. До чего техника дошла? А то! Мы же часть IBM. Знаешь, сколько они вкладывают в технологии? Еще пара лет, и актеры будут не нужны. Наконец-то. А зачем вам Джош? Он как будто вообще не нужен. Муки сына человеческого. Пока что не получается имитировать нулями и единицами. А сценаристы как-то учитывали твое мнение? Он заставил их взять за основу Евангелие от Луки. Они сначала ориентировались на Евангелие от Иоанна. Это, наверное, было важно для... ну... У Иоанна все слишком грубо и преувеличено. Мне больше нравится, как пишет Лука. Тем более, у него Иисус готов к тому, что его ждет. Я хочу, чтобы мир это увидел и почувствовал. Ебать. Так, так что ты хочешь поведать мир? И что самое главное в этом видении? Что Христос милосерден и по-прежнему умирает за грехи этого мира. Все, хватит болтать. Не отвлекай Стивенсона. Ему надо сосредоточиться. Окей. Расслабься, Рэйчел. Кстати, я же ничего о тебе не знаю. Вот, опять мы к этому пришли. Свободное время. Что помогает тебе отдохнуть? Не твое собачье дело. Мне правда интересно узнать. Я медитирую. Надо же. А по тебе и не скажешь, что ты интересуешься духовными практиками. Знаешь, в чем твоя проблема? Ой, блядь, начинается. Ты как будто отказываешься признать, что духовность — это всегда что-то личное. А ты? Ты нахуя сюда пришел? Пожрать на халяву? Да я промолчу. Мне уже блевать хочется от вашей болтовни. О милосердии, спасении, перерождении. Я тебе так скажу. Религия — это манипуляция сознания, как и кинематограф. Рэйчел. Все, хватит. Разговор окончен. Доедай быстрее, мы отвезем тебя в студию. А ты можешь катиться на все четыре стороны. Деньги тебе переведут. Ну, то есть, получается, чтобы я не ответил, в любом случае закончится это бляха. Короче, понятно. То есть, до студии нам и так не доехать, да? Да ты прекрасный собеседник. Да, все, отстань. Да что тут думать? Так, как цинично. Что-то твой цинизм. Это мы уже слышали. Мы, конечно, можем сейчас пофилософствовать, но что это изменит? Корпорации не перестанут. Да-да-да. Погоди-ка, а куда делся твой мятежный дух, Джон? Вроде здесь вылетела игра. Да при чем тут я? Настоящий мятежный дух в этом парне. Определись уже. Он, по-твоему... А, нет, это мы тоже слышали. Он ебанутый. Мир ебанутый. Ты тоже ебанутый. Потому что в твоей голове сижу ебанутый я. Если хочешь спасать человечество, в первую очередь... Так это ебанутая матрешка получилась. Ладно, пойдем отсюда, все. Был день, да? Даже немного жаль возвращаться к реальности. Пошли, пора что-нибудь разъебать. Правильно, присели на дорожку, можно идти отсюда. Так, мне дали же сколько-то денег, сколько мне перевели бабла? Ох, опять штырит. Нисколько? Серьезно? Жлобяры, бляха-муха. Так, привет, Ви, спасибо, что поговорил со мной. Ты кто такой? Я не помню тебя. Не волнуйся, я с тобой, скоро Сэмсон сдохнет. Что? Да, точно. А.
Все, вспомнил. Это гонки. Ну, поехали тогда. Мы можем, да, прямо сейчас отправиться? Королева автострад. Подождать, пока Клэр напишет на следующий день. Так мы сейчас, кстати, подождем. Давай 24 часа сразу вот так ебанем. Джуди. Джуди, ну что, придумала план? 43 тысячи. Ха, еще какой. Приезжай ко мне вечером и все узнаешь. Будут поехали. Том и Рокси. Они согласились участвовать. Кстати, Майка тоже будет. Как ты ее убедила? Достала козырь из рукава. Вечером расскажу. Только мне лучше вот что скажи. Ты какую пиццу больше любишь? Пепперони из саранчи и сыра побольше, с тофу, тунцом и ананасами. Не люблю пиццу со вкусом артишоков и авокадо. Что, блядь? Сыр, тунец и ананас, да. Тофу, тунцом и ароматом ананаса. Эти две вещи даже в одном предложении не должны быть. Не то, что в одной пицце. Ты шутишь? А что, тунец вкусно, ананас вкусно, тофу, сыр когда тоже вкусно. Когда говорят о пицце, я становлюсь предельно серьезен. Так чего? Увидимся вечером? Да. А как же иначе? Поехали. Нахер королева автострад. Беседы о революции. Прийти в квартиру Джуди вечером. Так, квартира Джуди, где это? Ебаха, как далеко. Чартер-стрит. Слушай, серьезно, после этого патча начала игра больше вылетать. Не понимаю, в чем проблема, но опять же у меня драйвер на видяху прилетел новый. Возможно, как-то это взаимосвязано и надо еще драйверушку обновить. Не успел я перед записью обновить. Видимо, в этом косячок все-таки есть небольшой. Здрасте, здрасте, товарищи наркоманы. Так мне вроде как на второй этаж, да? Сюда? Алло. Привет. Ёб твою. Заходи. Пицца остывает. Ты кто? Том? Я тебя помню? Все на кухне. Я тебя не помню. Мы как раз тебя ждем. Садись. Кого, меня? Это Роксана. Она работает в облаках дольше нас всех. А, ну она кукла. Привет. Здорово. Так, сесть на стул. Вау. О, подожди, там что-то... Нет, мне показалось. Так, приятно познакомиться. Круто, что ты столько выдержала. Так, давай приятно познакомиться. Наслышана о твоих подвигах в облаках. До сих пор жалею, что у меня был выходной. Хорошо. Доедай свою халявную пиццу и дельтуем отсюда, окей? Так, ты хорошо злоналовил, хочешь на этом мстить. Так, какой у нас план? Ты решила присоединиться... Потому что не хочешь то. Отомстить за нее. Ну, это тоже. Но вообще, я просто хочу нормально работать. Без страха и принуждения. Ага. Так, что за план-то у нас? Ну так, какой у нас план? Дождемся Майка. Бляха. Он идет. Здорово, стервозина. У тебя до сих пор тут воняет трупом. И так все время, да? В чем секрет? Деликатности тебе не занимать. Что тут удивительного? Я никогда ни у кого не занимаю. Ух ты ж, блять, до слова. Кстати, когда ебалась красиво. Форест сегодня не вышел на работу. И вчера тоже. Так. Вот черт, интересно, почему? Сменим тему. Что за план ты придумала? Я бы тоже хотела узнать. Я модифицировала поведенческий чип. Он будет оснащать кукол системой мускульных рефлексов, которая... Короче, они смогут драться как Соло. Потрясающе. Как чё? Работа над фальшивыми оргазмами, Шельм, не прошла даром. Выйди, пожалуйста. Здесь у меня никто не курит. Да, блядь. Ничего, проветришь. Хотя, опять же, лучше сигареты, чем трупом. Ладно, покурю в окно. В толчок покури и голову туда же засунь. Выглядеть будет так, словно тело выполняет заученную серию движений. Мы уже это протестили на Томе. Импульсы чипа подавляют природные рефлексы. То есть человек по-настоящему переживает что-то типа киберпсихоза. Но примерно то же самое происходит и когда мы работаем с клиентами. Нихуя непонятно. Не верю, что у этого чипа есть одни только достоинства. Что с побочными эффектами?
Полный боевой режим автоматически запускается в случае угрозы. И из него нельзя выйти. Этого я обойти не могу. Опти, здравствуйте. Не знаю. Чтобы это выяснить, нужно несколько месяцев тестить чип на кучу народа. Есть еще и моральный аспект. Можно убить человека и даже ничего не вспомнить. О-о-о. Ладно, покажи, как это работает. Хоть кто-то это сказал. Кто это? Том. Ты ж в окно пошла. Том, дай ей пизды. Это я взяла из обучающего Вирта про кунг-фу. Сейчас она порежет нахер. А, Том, это же кукла, по-моему. Хуя себе. Неплохо, совсем неплохо. Для базарного театра в Кабуки. Прежде чем говорить серьезно, я хочу увидеть то, что может реально пригодиться. Но ведь ты сама видела? Я видела фокус. Теперь покажите драку. Среди нас есть эксперт по избиению людей. Посмотрим, как Том справится с ним. Я-то, что ли? Ви? Что? Тому пизды дать? Ну, давай. Не разнесите мне хату. Я к ней привыкла. А. Ну, подходи. Что такое? Нихуя себе. Эй, ты меня слышишь? Ха-ха, что я умею-то? Вы видели? Неплохо. Дыхалка у меня так себе. Довольно? Я редко довольна, но вы меня убедили. Не кисло. Давайте теперь к делу. У вас есть элитный отряд из 3 дуболомов и инженера. Так. Что дальше? Ну, этого достаточно. Мы обезвреживаем всех охранников и тигриных когтей, каких встретим. Обезоруживаем их и выводим на улицу. Оп, и облака наши. Боссам ставим ультиматум. Мы отдаем им процент от выручки, а они больше никогда не появляются в клубе. И никак не участвуют в его управлении. Так я и думала. Безумный и наивный план. Ты не видишь дальше одного хода вперед. Если убить пару лбов из охраны, это ничего не решит. Когти пришлют новых. Надо убирать самого Хироми Сата. Кого? Где нам найти этого Хироми? В мегабашне. H8. У него пентхаус с панорамными окнами на последнем этаже. Он оттуда почти не выходит. А мы там были, кстати. Я найду способ вас туда провести. Ну, хорошо. Мне нравится этот план. Майка, я так понимаю, ты с нами? Иначе я не тратила бы время на разговоры. Ну как, Ви, Том, Рокси, согласны? Вы готовы к такому? Мне надо подумать. Слышь. Я еще никого в жизни не убивала. Так и не убивай. А я готов хоть сейчас. Ви? Ты что, реально хочешь согласиться? Я с вами, Джуди. Я же сразу сказал, что помогу. Да, я определенно спасибо, помогу. Ви. Тут уже похуй, что Джонни оставьте скажет. Я в деле. Я дам знать, когда организую встречу с Хироми. Мне нужно дня два. Развлекайтесь, пока. Хорошо. Майко, стой! Может, подвезешь? Только если будете ехать тихо, а то опять чего? Голова разболелась. Меня глючит, давай я это пойду куда-нибудь. Прикинь, мне страшно, Ви. Не ссы. Кстати, насчет благодарности. То, о чем я тебя прошу, такое обычно никто бесплатно не делает. Я понимаю, ты хочешь помочь, но я готова заплатить твою полную ставку. Это ага. Будет справедливо. Да, не хуй с тобой. Ты серьезно? Что вообще за глупости? Но... Стоп, стоп, стоп. Ни слова. Мне кажется, он сейчас сознание потеряет. Ви, все нормально? Не, нихера не нормально. Ви, что с тобой такое? Мне уже лучше, нифига не лучше. В чем дело, Ви? Ты чем-то болен? Да все тем же, чем еще-то. Помнишь налет, который заказала Эвелин? Мне надо было выкрасть биочип. А, она не в курсе до сих пор, что ли? До конца жизни его не забуду, наверное. Этот чип... короче говоря, на нем сознание Джонни Сильверхенда. И оно сейчас прописывается поверх моего. Ты это серьезно? Уж куда серьезнее. Блять.
А с этим можно что-то сделать? Надеюсь на это. Уже поздно, ты устал. Можешь лечь на диване, если хочешь. Хочу. Да, спасибо большое. Но я все равно глючит, куда я пойду-то? Я на диванчике передохну и поедем сразу воевать. Фух, уже вроде как полегчало. Я, правда, рассчитывал, что сейчас будет там ать-ать-ать-ать. Но нет, походу, не будет. Так, и чё, где выспались? Это спались? Нормально? А где подруга дней наших суровых? Позавтракать. Вот это, кстати, неплохо. Все, пойдем. Привет, Соня. Что значит Соня? Надо было бежать, я хотел бы в день приготовить тебе завтрак. Приятного аппетита. Спасибо. Так, а что, мы идем в облака-то месить или где? Встретиться с Ханако. Да какой из Ханако? Где разговоры о революции-то? Куда они делись? В смысле? А куда? Позвонить Сандре? Не помню, кто такая. А, вот, финальный бой какой-то есть. Ну, погнали к финальному бою. Пока нам Джуди никакого задания не дает. Да и мы не успеем уже, наверное, сегодня, да? Сколько примерно? Минут 10 еще есть. Он как раз 10 минут попробуем кулаками улупиться. Финальный бой, по идее, должен быть жестким, сильным, крепким. Ой-ой-ой. В Пацифике. Да. Ну попробуем. Мы вроде как подкачались. Круче прокачаться я уже не знаю просто куда. Имплантов по пизже нет. Здоровье прокачать. А каким образом? За счет уровней? Но у меня вроде как ничего нету абсолютно. Пойдем, я нажму F5. Кто, алло? Клэр, привет. Финальный заезд пройдет на автостраде. Так. Пришлю тебе координаты, позвони мне, как туда приедешь. Жду не дождусь. Ну, если успеем, то сегодня пройдем финальный заезд. Если нет, то нет. Мне кажется, я сейчас буду бой очень долго играть. В смысле? Подождите, финального боя... Да, ладно. А он ночью, что ли, будет? О! Ты кто? Алина Лотбогу Салла. Они тебя ждут в той стороне зала. Хорошо. Так, давай еще раз F5 на всякий пожарный. Ну его нахер. Опасная зона. Да, есть такое. Я помню, тут перестрелка вроде как была. Ой, патрошка. А, да-да-да. Эти патроны я уже вскрывал. Ра-та-та-та-та-та-та. Ой, вот этот сидит. Здорово. Привет, лосиха. Смотрю, ты не скучаешь. В следующий раз я тобой пол подотру. Увидим. Ай, да, ну тебя нахуй. Так, кто-то чемпион, ты? А, вот и наша звезда. А, это Френер. Френер. Тренер Фред Френер. Так и что теперь? Ясное дело, что... Бой за чемпионский титул. Выйдешь против Кьюза Бритвы. Небось, знаешь? Нет. Нет. У него какой-то одеколон в спонсорах. Это вот этот? Очень, блядь, смешно. Он трехкратный чемпион в тяжелом весе. Я даже и не надеялся его здесь увидеть. Он же крутейший спортсмен. У него корпораты в спонсорах. Но его агент нам сказал, что это будет клевым пиар-ходом. Юс возвращается к истокам, потому что он все тот же простой парень с улицы. У меня есть шансы? Ха, хороший вопрос. Ты крутой, да? Очень крутой. Но этот парень, он прямо кибер. Углеродное волокно, титановые кости, гидравлические суставы. Работа лучших биомехаников Найт-Сити. Серьезно? Не знаю. Может, Виктор чего подскажет? Он тоже тут, что ли? Виктор здесь. Еще спрашивает. Он такое не пропустит.
Но если уж совсем честно, шансов у тебя маловато. С другой стороны, может, оно лучше. Если бритва все равно победит, чтобы не заработать на его победе. В смысле, ты на него поставил? Пошел ты нахуй. Ты еще не знаешь, что я хочу предложить. Догадываюсь. Не интересует. Мне победа нужна. В поддавки я не играю. Понял. Ладно, как скажешь. Хорошая у тебя в меня вера, скажу тебе, братишка. Ты обиделся, что ли? Так, ну что, вы готовы к бою? F5. Да-да-да. Так что, ты бритва, что ли? Один раунд, и хватит с тебя. А ты бритва, ёб твою мать. Да, ну что, начинаем? Ебать. Я готов. Это я попал. Дамы и господа, жители Найт-Сити, начинаем наш долгожданный финал. Сегодня в бою сойдутся Фьюз Бритва и Ви! Не слышу вас! Ну, так, отойдите. А мой угол какой? О, Виктор, Виктор, здорово. Чё, как? Вик, что ты тут делаешь? Еба, он здоровый. Пришел посмотреть на главный бой года. Весь город гудит. Так что ты не подведи меня давай. Ви, здорово. Мне страшно. Как настроение перед боем? Отлично. Прям руки чешутся. Ха, хороший настрой, это уже половина победы. Эх. Только вот одним оптимизмом ты бритву не победишь. Уж поверь мне на слово. Потолки высокие, нет? Это как понять? Парень настоящий танк. Реал скин из нановолокна, удара поглотители. Его можно по башке молотом бить, он глазом не моргнет. Спасибо, успокоил. И что мне делать? Да погоди ты, блять, я не закончил. У него есть слабое место. Ему неделю назад меняли мышцы пресса, и они еще не до конца прижились. Попадешь туда, ему будет больно. Очень больно. Спасибо. Я это запомню. Понял. Соперники готовы? Пузо надо бить, да? Начинаем! Ебать, я не готов, я посижу пока. Начинать. Да, начинай. Пусть победит сильнейший! Так ему животяру не пробить. Ой-ой-ой. Все, бой окончен. Что? Титула приз уходит к Хьюзу по прозвищу Бритва. Он наш чемпион. Подожди, подожди, подожди. Получается, он вырубает с двух ударов просто-напросто. Писец. Ни хрена себе. А как мне тогда от него это прятаться? Блин, там-то у меня были хоть какие-то как бы маршруты, да, там начинаем. Я мог подпрыгнуть или еще куда-то, а здесь-то что делать? Пусть победит сильнейший! Ага. Поддых ему плоди! Молодец! Дави, пока не сломается! Так, мы будем пробовать также отпрыжками. Бляха, ну вдых, конечно, это не работает. Все, он меня удел. Я, конечно, еще разок попробую, но мне кажется, это вообще бессмысленно. Просто вообще никакого смысла не имеет. Как же мне? Давай скажу, что мне херово. Ну да, соперник у тебя серьезный. Это как, пань? Парень настоящий. Да. Спасибо, Да, это я слышал. Так, мне пресс ему никак не пробить. Вообще не без вариантов. Пусть победит сильнейший! Поддых! Поддых ему лови! Thank you.
пока не сломается! Пизда. Не, короче, этот парниша непобедимый, серьезно, его нереально победить. Вот прям на данном уровне прокачки никак. Он за один удар наносит 400 урона, понимаешь? 400. 4 сотки урона он наносит. Поэтому я вот так вот, вот этого пацанчика, наверное, возьму, да? А можно здесь включить? А подожди ты, я хочу отвернуть тебя. А, я так не могу, да? А, тип камеры дрон. Во, вид от первого лица. Давай вот таким вот образом мы сделаем. Глубина резкости пусть будет. Эффект наклейки. Не надо никаких эффектов, наклеек. Вот это нам всего не надо. Вот так вот я возьму. Он реально непобедимый, все. Это пока что непобедимый чемпион. Как мне его уделать, я не знаю. Надо ждать прокачки еще больше. Тогда, возможно, что-то и получится. Но на данном этапе... До свидания, ребята. Было приятно познакомиться. Я пошел. На этом мы вообще, в принципе, пока закончим. В следующей серии мы уже отправимся, наверное, гонку выполнять. Опять же, послушаю, почитаю комментарии. Возможно, есть какие-то варианты. Если бы здесь не было бы потолка, можно было бы отыграть с подпрыгиваниями. Но здесь потолок. И мне прыгать... просто физически некуда. А, вот это уклонение быстрое, оно не работает. Я пробовал долбить через вот эти вот удары, потому что они, в принципе, его неплохо дезориентируют. Но здесь есть такой глюк, что если он начинает тебя толкать, то он 100% этот толчок проведет. И в этот момент персонаж перегружается, может даже словить стан, ошеломление так называемое. И все, после этого он в любом случае наносит 400 атаки и 400 урона атаки. Мне от этого не деться уже никак. Что это такое? Прикольно. Вот, поэтому, ладно, будем мы на этом заканчивать. Если интересно дальнейшее прохождение, то обязательно подписывайся, жду тебя в комментариях. Ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман, и до новых игр.